в лучах не стои. Гуляй. Появляется дерево. Зелененькое такое. Бобов сейчас убить. На пулях. Рук. Он грибой станет. Мобов убейте в первую очередь. Из лучей выходим. Дерево появилось, дерево убиваем. Стоп каст. Беги, малышка, беги! Столка есть? Помогите мне! Цепка. Где его бить? Рок ты на газовом. Шаман вытянул. Корни сбейте, Freedom КД. Добейте. Где его? Шаман рис? Сошлись. На пол. Все, элементаль есть. Инфернал. Блин, я... Разбегайтесь. Замедлите. По одному убивайте. Милики, отходите от них. Где я? Стоп-ка. Дай синюю джагу по боссу, ману Борису. Сейчас. Ну там как откажешься. На следующую бомжать, да. Убегайте. Где его? Дал массакр. Стоп-каст. Дерево. Забор. Сапкаст. Корни сбейте. Схопало корни. Быстрее сбейте.
где? Дерево. Последний вейв бомжей вызывай. Окей, не надо. Дал. Надо подождать. Я пока не могу прочитать это заклинание. Не достаю слишком. Сука. Дерево. Где? Герда. Там в линию. Да. В линию. Удаляй кей. Риснул шамана, не? Так она бьем. Удаляй кей. В линии. Мне можно не давать, я блинкуюсь. Пришли, допустим. Да я просто вижу сразу, когда дают. Дерево. Дерево по центру. Пришли. Бежать надо. Стоп-касс. Пришли. 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 Где? Пришли. Корню бей. Не надо. Пришли. Пришли. Стоп-касс. Пришли. 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 Идите. Не властен оттуда. А! Мой взор. Давай, лети, лети. Присел? Да, давай. А, самое полезное это. А что я говорю? А, это чертеж. Да, я сейчас могу его выучить. Тайворка есть. А если есть партнеры 450? Лучше мне сначала. Блин. А я забыл печать. Блин, я забыл то, что у меня КВ есть. Забыл печати полутать. Есть, блин. Ну ты же не последний раз тут, правильно? Ну, да. Какая разница, у кого будет рецепт? Главное, что можно крафтить. Между собой. Икра воображения. Ну, захилили, красавчик. Правда, мана села. Жена, ты же говорить умеешь, да? Умею. Да. Мирончик? Если у тебя 8000 маны нет, то можешь говорить уже долю, чтобы кинул тебе имя. Хпау и так может и генить.
А ты вот не можешь. Не знаю, как тут на мимике будет, что посмотрим. Так, почти все тут были на Мимироне. У меня сомнения только, знаете, пока. Каделька и Хасан. Ну, я думаю, да, Хасан. Я пожарника здесь выбивал. Я же релю свои десятки. Хорошо. Убиваем. Тогда Каделька. Смотрите, еще раз повторяю. На первой фазе сейчас мы становимся слева и справа от кнопки до того, как запускаю. Упираемся в стену, там невидимая стена будет, воздух. Одна секунда остается до отсчета, до огня. Выпрыгиваем. Не выходим, а выпрыгиваем. Потому что на одной секунде уже огонь в том месте появится, где вы были. Дальше. Начинаем бить босса. Первый огонь вместе будет, надо будет отбегать от босса вместе с огнем. Один и тот же таймер будет. Он выбросится. Потом еще один огонь будет беспорядочно выброситься. Примерно будет оставаться 400 тысяч. Мы будем начинать двигаться сюда, где мы сейчас стоим. Когда я скажу, нужно будет сюда подойти, тоже к этой стене. Примерно вот здесь будет она. Сбросить огонь также. На одну секунду выпрыгивая. Потом еще раз надо будет скинуть огонь. Я скажу, там скоординирую. Так, начинается вторая фаза. Практически сразу нам нужно будет в центре босса всем скинуть огонь. На одной секунде выпрыгиваем. В этот момент, Пал, ты даешь мастер аур на огонь. Угу. На следующий раз, когда надо будет огонь скидывать, ты даешь десак. Десак — это сакра, и которая... Это макрос, короче. То есть ты кидаешь сакру и сразу же отменяешь ее на себе. Да, я могу при этом бабу, получишь. Бабу. При этом ты просто не получишь урона. Угу. Если ты снимешь ее. И всем уменьшение урона будет. Так, если будет сложно, жена, ты будешь давать гимн на хил. Третий раз огонь андроид будет давать этот хилку. Если у нас не получится так убить, будем в 3 хила убивать. Но я думаю, должно получиться. Шаманы, чуть что, смотрите за фреймами, чуть что помогайте цепной хилить. Так, на второй фазе нам не нужно с одной стороны стоять, а сосредоточьтесь вокруг босса. Мелики могут всегда за спину заходить. Когда будет бараш, он двигаться будет по часовой стрелке. Всегда. Если вы стоите... Если на вас повернулся бараш, вы можете просто против часовой стрелки немного отойти, и все. Главное за спиной стоять. Все, на третью фазу переходим. Голова появляется, танк за план 4. И будем стоять возле стены. Будут появляться сигнальные боты, маленькие такие с красной головкой. Рядом с ними не нужно стоять ни за что. Ни миликом, ни кастером. Потому что будете получать молчание и ауе урон. РДД, те, кто могут мультидотать. Мультидотаем этих красных бомбов. Итак, бьем голову. Милики вместе с танком бьют мелких мобов. Появится штурмовый бот. Фокусите его. Убиваете, лутаете ядро, сажаете голову. Главное, чтобы под ней не было ни бомбота, ни огня. Сажаете, убиваем. Переводим на четвертую фазу. Все то же самое будет. Танк вводит по секторам. Например, на этом секторе огонь. Пошел на следующий. И все остальные тоже. Ну что, давайте. Что, где вы там? Все. На четвертой фазе будет объединяться способности со всех предыдущих фаз. Первым будет бараж, то есть обстрел круговой. Первая группа слева, вторая справа.
Возьмите локовские камни, пригодятся. Бейл будем сдавать на второй фазе. После первого огня. Которого мы будем в центр босса сводить. А как слева-справа по кнопке? Решил очень... Пау, ты давай на правую сторону иди, Крис на левую. И так вы выбежите и пойдете по своим сторонам. Я вас промарчу. Чтобы танк мог реактироваться. Куда ему убегать сейчас на первой фазе? Милики осторожно в милизоне на первой фазе мины будут. Джоки. Отсчет времени до самоуничтожения начал. Самоуничтожение области. Прыгнули. И стоим. Поздно прыгайте. На пол. Осторожно, мины. Дальше двигайте. Хилы. Беги, малышка, отбегать. Беги. Нет, не могу идти. Далеко слишком. Осторожно, мины. Чуть-чуть помедленнее. Еще до потушения 13 секунд. Отбегаем. Все. Дайте потушить ему, дайте потушить. Добивать. Подходим сюда. О, без покатишь. 3, 2, прыжок. Еще раз будем подходить потом. Каждые 3 секунды он двигается на пару шагов. Ждите, мы еще раз подходить будем. Семь. Пять. Подходим. 1. Прыжок. Отходим. Сейчас пыльнем. Пыльнул. Подходи к нам. Сходимся в миле. Прыжок. Бэйл. Вокруг рассредоточьтесь. Не стойте близко друг к другу. С одной стороны не стойте. Иначе хилы не захилят. Беги, малышка, за спину. Беги. Чем быстрее мы убьем, тем лучше. Ушли с огня. Рассредоточьтесь. Если кто-то... И вот эту фазу, очень сложно переживать. Попал. Если бы чуть-чуть внимательнее сейчас были, мы бы убили. В огонь зайдите, да и все. У нас все хорошо было. Ну, я подхилил. Код отмены А9005. Можно от фаера одеть. Хотя, вот этот волна жара, по-моему, не резистится, да? Не знаю, может. Шаман может ПТМ поставить.
Или на ты сорвать самой? Я про этот резист. По-моему, писали, что они сделали, что волна жара не резистится. Именно это обидно. Придание сил, жена, тебе нужно в этот момент на себя взять, потому что у тебя замедление каста идет. После того, как мы сбежались. У всех оно дается. Из-за вот этой ледяной вспышки или водяной. Рыбу поставил. Каску бафну. Камни возьмите. АДК могут мины разминировать своей зеленкой, либо зеленкой плюс незыбкой. Но главное, смотрите, чтобы рядом с ними никого не было. Сейчас дай мне буквально 10 секунд. Ты в хиле или что, что за спек? Не-не-не, это Телем. Энх, извиняюсь, да. А у меня больше мы? ДПС. У меня больше ДПС в энке. Ну если ты это выживать будешь? Не-не, буду. Хорошо. Все, я готов. Отсчет времени до самоуничтожения начат. Самоуничтожение области. Прыгнули. Бежали. Мины осторожно на пол. На пол. Помедленнее бейте. Сейчас еще один огонь будет. Сейчас 10 секунд, там потушка, потушение. Все, прекрасно. Напал, там захильте. Подходим. Не стесняемся. Прыгнули. Камни у кого нет, возьмите. А можешь и на... А, уже залил. Тебе не обязательно лутать огонь. Ну, в смысле, урон от огня. 5 секунд подходим. 3, 2, 1. Вокруг него. Был. Сходимся. Вышли. Бегите!
Беги, малыш! За спину. Беги! Тотем от огня никто не ставил? Нет. У паладина ушли. Стрель. А все точитесь. Маст за хил. Маст за хил. Вышли. Отлично. Фу. Да. Просто отлично. Все, сейчас здесь скинем. И в другой. По часовой стрелке будем двигаться. Жена напоследок свои мана-гены не сейви. Если там 15 тысяч огонь, сейчас киды бы. Вышли. Двигаемся. Штормовой вышел, бейте. Мелики. РДТ бьют голову. Осторожно, бомбот. Гонь. Один. Двигаемся. Томова убили, поднимите его. Сажайте. Бомбот, осторожно. Голову убивайте. Остальное потом. Огонь. 3, 2, 1. Оба взбивать. Те, которые сейчас видеть рядом с нами. Вафир, не могу, ты далеко. Одного сигнального ставьте. Два, один. Там бархло год. 3. Огонь. 1. Идем туда, вон, где бархлобот. В сторону. Где сова стоит? Мультидотайте, кто может. Резать? Резай. Сюда подойдите. На нашу сторону. Выйдите. 2, 1. Прыжок. Мина, аккуратно. Беги, малыш! За спину. Беги! Мины, осторожно. Танчить будешь босса ближе к центру. Три, два, один. Беги, малыш! Вышли, отошли от него. Топите у нас. Помогите один кто-нибудь хилить. Шабан, помогайте. Сыграйте по центру. 3, 2, 1. Двигаемся. Больше в VX бейте. Беги, малышка, беги! За спину. Мы убьем это сейчас. Закончится обстрел, и мы это убьем. Вот нас. Воздушный суд. 3, 2, 1. Отбежали от босса. Есть. Молодцы, молодцы, ребята, красавчики. Все молодцы. Нормально одел 4 куска сегодня. Нет, я же говорю. Это проклятие. Там еще одна. Пойду ключ сделаю на Алгалона.
Ну это реально что-то не то. Ну реально пожарных самый сложный. Ну, ты знаешь, когда пару раз на него походишь, уже не будет так казаться. Просто надо в нем. Что-то захопало плотно на пожарнике. Ну конечно, плотно. Смотри, это еще учти то, что ты редко на хулипале играешь. А когда вот эта нервозность уходит, когда ты уже спокойно кнопки нажимаешь, у тебя и реакция лучше, и смотришь лучше, и все делаешь лучше. Хорошо. Пару минут АФК, давайте. Перекур. Пусть на пижонного боя. Да я на хапале только хилил на X10 и все. Ну, там как бы... Если типа знаешь, если в 25-ке, если поддерживают другие хилы, это одно. А если на тебе десятка там, или в 25-ке сложный какой-то бой, там уже надо тонкости узнавать какие-то. Что лучше похилить, где стопнуть, как поэкономить и так далее. Все, у вас первые 5 минут. Ну, сейчас жестко было, тоже, не знаю, помогало немножко. Восемь раз кастанул покровительство. Может, и сру сделаем, ну, на это КД нет, ряд. Что сделаем? Лаврейд. Там не такие уже и сложные очки. Триста 375 очков доблести, 100 золотых и руническая сфера. Сколько она стоит, 5к? Не знаю. Не продавал ни разу. Да я никак не могу сферу, блин, взять. Сферы это либо релить надо, либо ходить рейды, где их ролят. Нет, нужно релить, да, испугай. Я бы новость на себе взял, для хапала. Ну да, за счет статов дырки. Пока лучше. Куча забытых знаний находится на расстоянии вытянутой руки. Получилось! Нам удалось опередить Алгалона. Может, нам удастся взломать систему и повлиять на результат анализа? Перемещение завершено. Запуск планетарного анализа Азерота.
смертные. Я здесь не для того, чтобы сражаться с вами. Для блага Вселенной эту планету необходимо пересоздать. Я запускаю системный анализ, чтобы выявить зоны поражения. Не вмешивайтесь. Конечно. После первого пула он час дает. Говорящий со звездами. А гильдия Хилсброд, она на Ордиле нам на ленте? Алгалон запускается, когда начинаешь с ним бой. Угу. Так, что вы этот? Где я пал? Далее. Точнее, Форбсе. Что там? Этот самый. Богатый. Я полагаю, всех вас мотивировало то, что мы убили Мирона со второго раза. Да, это красиво было. Блин, это было сложно. Главный секрет — это поставить ДБМ в нужное место. Правильный ДБМ. Я без ДБМа. Но я скидывал в Discord ДБМ. И что в... В гильдии канале тоже он есть, там в канале Адоны. Там огонь каждые 30 секунд, просто включаешь таймер в игре обычно и все. Этого там еще и другое. Там он кастомный этот ДБМ у нас. Здесь обычный сервис не поможет. Пал-то где? Заманить его. Заманить просто. Тут вармейновский вообще прям пушечный ДБМ, просто сказка. А лок не здесь, чтобы самануть. Железный двор. О, я бы тоже... Если обычные ДБМы, они, как это сказать, оповещения у них не такие, как-то не всегда на них обращаешь внимание. А у нашего все поставлено как нужно. Он там и марчит, когда надо. И оповещения правильные, понятные. Когда что нужно делать. И таймеры другие. Тут сервис славится тем, что он таймеры классических ДБМов просто не считает за человека. Все, давайте погнали.
Даркаис, ты понимаешь, что тебе на боссе придется в Элеме спекнуться? Я в Элеме уже, я знаю, конечно. Бейте другого там. На йоге я, наверное, в Энхе буду. Там, в милизоне, попроще. Мы же плюс один будем? Да. В комнату пойдет у нас на йоге. Сова пойдет, Каделька, Семитый, четвертый, сейчас скажу, убьем его. Даже не знаю, четвертый, либо я там ходил обычно. Тут есть моб приверженец, его первым убиваем. Что он молчание кидает. У вас там подойдет ваш человек, Алгалон? Я уступлю без проблем абсолютно. А, чел зашел. Сейчас, спрошу. Не трогайте, уйдите отсюда, уйдите! Зачем вы его убиваете? Зачем? Койр, я запомнил тебя, желтый. Я понимаю, что это весело, но мы не в 25-ке. Типа, мы будем больше тратить на это время. Как будете убивать своих? Просто законтрольте или что-нибудь такое. Зачем, Роля? То заново, это заново бафать и так далее. Ждать человека. Потери, да хули, роги они же не бафуют, им же похуй. Вот а резать. Рот баф. А, резко, да. Случайно, ты стоял возле меня 5 секунд. Ждал фул циклон. Так, Рок, ты сможешь подползти любого, есть гуманоида засапать, который кастит? То убьем. Этого крестик засапаешь. Добьем моба, будем без крестика. В
банишем, да. Этих можете вместе бить. Второй пак сейчас убьем и пойдем большого бить. Вашего любимого. Так, жабу в воду. Осторожно, контроль мой вышел. Не знаю почему. Сейчас он убивать будет. Потом крестик. Баня сейчас выйдет. Рок, беги, станет. Крестик. А вот этих мобов бить. Чигось! Не мота. За контроль, но можно было потом побить. Сейчас большого пойдем бить. Няга его только надо резнуть мало. Лучше пусть резает не хил, потому что хилу и так надо тратить ману на хил. А те, кто может резать шамана, например, у них больше маны обычно. Только вот у тебя в таком спеке не будет контроля, кроме фира. Почему? Фир? Стан? А чем ты станешь будешь? Массовый стан.